команды на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. И вот мы видим состав хозяев. Любопытный тактический вариант 5-3-2. Мало сейчас кто его использует. Маркос Рок. Мяч перехвачен. И как опасно пробил. Хорошо вратарь сыграл в этом эпизоде. Прыгнул, спас команду. Дейли Блин. Джердан Шакири. Все в рамках правил, можно играть. Думбия. Артем Дзюба. И что это? Гол! Один-ноль. Сейчас будет веселее. Грамотный пас. Все по делу. Аксель Витцель. Морган Шнедерлен. Плохо сыграно. Мяч потерян. Пас в штрафную. Вратарь ведет мяч в игру. Покажет нам свой могучий удар. Плохая передача. Еще бы ее не перехватил. Какой прекрасный пример отбора мяча. Эшли Ян. Прекрасный навес. Атака завершилась. Защита справилась на сервис. Какой навес! Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Диего Коста! Диего Коста! Отличная передача. Не прошла эта передача мяч у соперника. Артем Цюмин. Забивать надо! Разбирается оборона с этой подачей. Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. Первое и последнее предупреждение получает игрок. Точно в руки голкипера. Отличный сейв вратаря. Потеря мяча в центральной. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Диего Коста бьет. И от вратаря мяч залетает в ворота. После ответного мяча у нас 1-1. Зоран Тошич. Рэмзи. Бьет он по воротам. Не точно удар. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Аксель Витцель. Артем Дзюба. Теперь в атаке соперник. Дейли Блин. Зоран Тошич. В защите у них явно не порядок. Сейду Думбия. Вратарь! Вот это сейв! Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой.
Джердан Шакири. Защитник перехватил передачу. Шакири. Денис Черышев. Сейду Думбия. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Шнедерле. Мяч перехвачен. Защитник молодец. Морган Шнедерле. Шакири. Думбия. Фил Джонс. Денис Черышев. Сейду Думбия. Рэмс. Аксель Вицель. Сейду Думбия. Денис Черышев. Перехват в центральной зоне. Артем Дзюб. А вот это удар! Игра остановлена. Будет угловой. Протер решил отбить мяч. Прекрасный навес!